Доброго ранку, мы из Украины. Сегодня всю ночь там бомбили. Как-то плотнее, то есть уплотняется к 9 мая, к Дню позора России, наша бомбежка. Но специально подождал вот статус на 10:30. Жертв нет, есть чуть-чуть слегка раненых, много ущерба материального. Ну, это мы переживем, как бы главное, что нет жертв, и слава богу. Заметил также, что по риторике эти русских как-то забылось, что они шли сюда освобождать русскоязычных. То есть это, наверное, связано с тем, что, ну, тероборона так точно, вся русскоязычная, тут дают им люлей, щей, то есть этим же русским отборным матом шлет за кораблем. То есть и как-то раз и исчезло все, забыли, зачем эта спецоперация. Ощущение, что у русских вместо памяти там какая-то дискета там, на 8 дюймов или на 3,5, вынули, вот вам новое говно, ешьте, не будет дальше так. То есть, ну, никакой логики. И еще я заметил, что в принципе вся риторика поменялась, все забыли, теперь надо просто убивать украинцев, вещают они в телевизоре, что воюют там с НАТО, убивать украинцев, величие. Подумал, что, ну, вот если, например, у русских телевизор забрать, по сторонам посмотрел, стены в огне, то есть ковры висят, ущербное все. То есть от величия только телевизор, получается, у русских дома стоит. Если его выключить, то, наверное, все. За неделю, то есть на стены будут лезть, некому высказывать о великой русской стране. Всем добра!